Да, рыбалка – это наука. Мне Арсений такой Тарковский рассказывал про речку Сукоглею. Там знатный карась клюет. Да. Ты понял, о ком я говорю? Тарковский? Нет, не слышал. Ну-ка, большой поэт, товарищ Сталин, ценит. По поэтам у нас Авдеев большой специалист. Кстати, как твой подопечный? Ничего. Не вредительствует? Да не-не. Серьезный парень, понимает, кто он, откуда, почему. Мрачный только. Да ты на себя в зеркало давно ты смотрел? Мрачный. Уж точно вы не Тарапунька со штепселем. Изгрызли друг друга, и то хорошо. Слушай, пойдем к тебе домой, а? А как же коллекция? Завтра посмотрим. Чего-то давно плацкартным вагоном не ездил. Побриться бы надо бы, да, знаешь, душку принять. А, тогда нам сюда. Как-то так. Пойдем. Пойдем. Скорее-то.